Друзья, всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как я собираю кубик Рубика. Буду краток, то есть у кубика Рубика получается 6 сторон. Желтый, то есть которые стороны никогда не меняются, допустим, это вот эти вот центральные. Желтый, белый, зеленый, синий. И красный, оранжевый. Вот. Собираться он будет в несколько этапов. То есть, сейчас я вам покажу только первый этап. То есть, будем собирать одну сторону. Белую. И потом постепенно, в следующих видео я вам буду показывать, как будут собираться следующие ряды, скажем так. Первый, второй, третий и желтый верхний. Вот. Ну ладно. То есть сейчас нам надо собрать неправильный крест. То есть нам надо вот сюда подставить, сюда, сюда, сюда. Белые цвета. Так как у нас уже один белый цвет стоит, давайте будем искать следующий. Вот. Тут вот сразу сейчас видим белый цвет. То есть как нам его сюда наверх поставить. Это делается все очень просто. Поворачивается верхний ряд. И соответственно поворачивается от себя кубик Рубик. Получилось у нас, то есть уже два белых как верхних места получается. Вот. Ну ладно, теперь нам получается надо поставить сюда и сюда белый цвет. Ищем. Ага, опять же повернули удачно. Опять белый цвет видим. То есть, если мы сейчас так повернем, то у нас этот белый цвет уйдет. Что мы тогда сделаем? Также поворачиваем по часовой стрелке верхнюю часть, верхний ряд. От себя опять же поворачиваем. То есть, наверху у нас получилось три цвета белые. Осталось нам поставить вот сюда. Ищем белый цвет. Ага. Так. Ну вот у нас получается белый цвет. Нам, как же нам его вот сюда подставить? То есть нам надо повернуть вот эту вот сторону. Вот так, чтобы в дальнейшем нам поставить его сюда. Вот, но опять же, если мы будем поворачивать, у нас этот белый цвет уходит. То есть, соответственно, что мы делаем? Поворачиваем. Где у нас нет белого цвета, именно вот на этом месте. Повернули. Против часовой стрелки повернули верхний ряд. Теперь от себя повернули вот эту сторону. Вот, получился у нас неправильный крест. Почему неправильный? Потому что посередине у нас идет желтый цвет. То есть будет правильный крест, когда посередине будет белый цвет. Как нам это сделать? Берем, смотрим напротив белой вот этой стороны получается белый синий. Вот, ищем, поворачивая кубик, чтобы вот это вот здесь был тоже синий цвет. Раз повернули, нет. Два повернули. Ага.
есть. То есть получается белый, синий, синий. Нам его надо перегнать вниз на белую сторону. То есть повернули. Раз, два. Все, вот этот цвет у нас теперь внизу. Поворачиваем теперь кубик Рубик на себя. Оранжевый цвет. То есть нам надо найти оранжевый. Поворачиваем, поворачиваем. Ага, нашли оранжевый цвет. Также поворачиваем его вниз. Вот, теперь у нас получилось раз белая сторона, цвет, два белый цвет. Ага, осталось нам перегнать два цвета. Вот, два белых цвета, да. То есть вот этот и вот этот. Также поворачиваем. Ага, сошелся красный-красный цвет. Также его поворачиваем вниз. Поворачиваем снова на себя. И у нас тут совпал зеленый-зеленый. Соответственно, мы его также поворачиваем вниз. Вот. Получился у нас правильный крест. Вот. Теперь нам надо заполнить вот эти вот места белым цветом. Так, как же нам это сделать получается? Смотрим. Зеленый цвет и оранжевый цвет. Ищем. Получается, где белый цвет, зеленый, оранжевый. То есть здесь синий, оранжевый. Белый, синий. То есть получается, вот он у нас, зеленый, оранжевый. То есть сейчас нам зеленый и оранжевый надо будет перенести вот сюда наверх. Делается это следующим действием. Раз, два, три, четыре. Вот, перенесли. Ищем. Зеленый, оранжевый. То есть опять же сюда вернулись, который мы наверх перенесли. Зеленый, оранжевый, вот. Зеленый, оранжевый. И у нас здесь зеленый, оранжевый. Опять же, таким же действием. Раз, два, три, четыре. То есть мы перенесли белый цвет куда нам надо. Теперь ищем оранжевый, синий цвет. Оранжевый, синий. Ага, смотрим, где белый, оранжевый, синий. То есть он стоит у нас на месте. Опять же, такими же движениями. Раз, два, три, четыре. Не встал на место, не встал. Дальше тогда также раз, два, три, четыре. Встал на место, нет. Делаем до тех пор, пока у нас не встанет на место. Ага, не встал. И раз, два, три, четыре. Ну и последний раз, я думаю, раз, два, три, четыре. Так, получилось, белый цвет у нас встал на место. То есть осталось нам поставить сюда и сюда. Ищем синий, красный, белый. Синий, красный, белый. Здесь у нас красный, зеленый, белый. Не то, что нам надо. Вот. Синий, красный, белый. Такими же движениями устанавливаем его на это место. То есть это может быть два движения, это может быть пять движений. Может быть, то есть больше, меньше.
Ну что, друзья, поставили мы, получается, еще один белый цвет на свое место. Осталось у нас последнее место. Смотрим. Синий, оранжевый. Красный, зеленый. Ищем. Ага, вот нашли, да, у нас цвет, видите, красный, зеленый. Красный, зеленый. Опять таким же алгоритмом, таким же действием ставим на место кубик Рубик. Белый цвет у кубика Рубика. Вот, друзья, смотрите. Все. Получается, белый ряд у нас собран. Белая сторона. И первый ряд, соответственно, у кубика Рубика. То есть оранжевый-оранжевый, зеленый-зеленый, красный-красный, синий-синий. Вот. Осталось нам собрать второй ряд и третий. Ну и, соответственно, вверх. Желтый будет у нас. Так, ну что, друзья, ладно. С первой части мы в этой закончим. То есть, как посмотрите, потренируетесь, поучите. Как только получится, начнет получаться собирать, то есть пишите отзывы, комментарии, что где не получается. Это видео можно потом будет как-то провернуть, немножко перемотать назад, чтобы было более понятно. Ну, может, я еще как бы объясняю непонятно. Ну, в общем, как мог, так и это объяснял. Ну, в целом, пишите, что непонятно. Ладно. Всем счастливо. До следующей стороны. До второй.